Вот мы про братство говорили, и неожиданно, действительно, это не заготовка. Я подумал, все время, когда говорят с Андреем Сергеевичем, спрашивают про вас, у вас спрашивают про старшего брата, никогда почему-то, или, может быть, я что-то упустил, почему-то не вспоминают вашу сестру Екатерину? Почему? Как вы считаете? Ну, вы знаете, там довольно, так сказать, такая история тяжелая. Потому что, ну, во-первых, она сводная сестра. Да. Она единоутробная называется, да, по-моему. Да, да. От первого брака мамы, от Богданова, пианиста. А он был коммерсантом, и мама хотела, чтобы он был пианистом. А Катя... Вы же были близки. Да, мы жили вместе и росли. Да. Ну, Катя намного старше меня. Потом она вышла замуж Елену Семену, и осталась отдельная семья абсолютно. И пока был жив Юлик, это была очень, так сказать, такая... Ну, он был очень харизматичный, невероятно влюбивший в себя всю нашу семью совершенно. А потом, когда он ушел уже, и у Кати выросли девочки, и она, так сказать, уже отошла. И, в общем, как-то так случилось, что какая-то внутренняя потребность как-то так ослабла, я бы так сказал. Хотя, когда у нее есть проблемы какие-то, вот у нее были проблемы. У нее сейчас есть проблемы, в общем, ну, она воюет. Я помогал ей в том, чтобы ее просто не уложили в клинику. И, ну, это ужасно. Это вообще само по себе эта история ужасная. Я очень не хочу в ней разбираться, и это не дай Господь никому. Так сложилось, что она стала жить совершенно своей самостоятельной жизнью вместе с дочерьми. Там сложные отношения, я не хочу в них вмешиваться. Но когда ей было плохо, и реально плохо, и была какая-то угроза, то, не задумываясь, ни Андрон, ни я тут же стали ей помогать, чтобы просто не было совершено, так сказать, такая большая несправедливость. Но я считаю, что, наверное, в этом и заключается та самая связь, которая не порвана. А мне вообще безумно интересно было представить себе, просто представь себе, да, два моих предка прямых стояли на Куликовом поле. Это документально. Угу. И они оба выжили. Если бы они не выжили в 1380 году 8 сентября, то никого бы нас не было, может быть, понимаешь? Я предпочитаю прийти на интервью абсолютно, так сказать, чистым, как лист. Тогда ты не становишься рабом сформулированных, так сказать, ответов. Поэтому, как спросили, так... А учитывая, что качество ответа заключается вообще и зависит от качества вопроса, я очень к Жене отношусь с уважением, я люблю его, и мне всегда с ним интересно. Поэтому тут совершенно не важно, о чем говорить. Тут важно, как, опять же, мама говорила, не важно, что важно с кем. Поэтому я люблю к нему приходить и, так сказать, всегда знаю, что это, по крайней мере, мне будет интересно.